было тяжело психологически играть. Я думаю, как мне, так и футболистам Полтавы. Для нашей команды хорошо, что мы начали с победы, что выиграли, довели до победы. Но хотелось сказать слова благодарности Илье Медановичу, потому что много для меня сделал. С самого маленького, наверное, с 15 лет и до последнего перехода в Полтаву. И дальше мы общались, и этот человек очень много сделал для города, для моего родного и для людей, которые жили в нем и так. Поэтому вечная память, больше ничего не надо сказать.